его на праздник Буфаря. Его мы празднуем не зря. Для всех ребят он другом стал. Дорогу познание открывал. Пусть каждый день за годом будет по учебе. Как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать. Не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу. Ну, прочитай еще страницу. Не надо звать, не надо сдать. А можно взять и прочитать. И не осенний день чудесный. Мы в поход ушли не зря. Было очень интересно на страницах букваря. Вдоль страничек мы шагали, по ступенькам, строчкам шли. Ах, как много мы узнали, ах, как много мы прочли. Трудились мы немало, ведь, по правде говоря, русской грамоты начало на страницах букваря. 33 родные буквы мы узнали к декабрю, и за это все ребята благодарны букварю. Мы прочтем любые книги, разберемся в словаре, потому что всюду буквы те же, что и в букваре. Закончим букварь, буквы мы знаем, стихи и рассказы свободно читаем. Добро нас учила русская речь, и мы ее будем любить и беречь. Говори буквально до свидания, и спасибо за все, что мы знаем.